Здравствуйте. Ну, кто не любит вкусно покушать? Тут пару дней назад в интернете нашел хороший, казалось бы, ресторанчик. Вижу комментарий. Отличное место. Туда любому путь заказан. Чувствую, что-то не сходится. Позже разобрался. Человек-то имел в виду совершенно другое. Или, может быть, он просто молодой. Или еду на дом любит заказывать. А ведь по словарю Даля слово «заказ» наоборот означает «запрет». Фраза «тебе путь туда заказан» дословно переводится как «вход запрещен». Отсюда и слово «заказчик», то есть человек что-то заказал, значит, оно запрещено для всех остальных. Что-то я проголодался. Пойду, пожалуй, в тот самый ресторан. Да. Может быть, еще какое-нибудь интересное слово услышу. До встречи.